Мы уже дотопали? Нет. Черт! А сейчас? Нет. Может, совет нам хотя бы коней вернет? Знаете же правила, так будет эффективнее. Заграбляемся, ребятки, на сегодня все. Пакуйте манатки и пошуршали отсюда. Слушай, Люси, денек выдался непростой. Как насчет пропустить с нами по стаканчику? Давай не выходить за рамки, смерть. У меня дел по горло. Мне пора. Заметили, как скучно тут стало в последнее время. Да и не говори. Уже никто не устраивает резню ради забавы. Когда там уже кому-нибудь важному башку продырят, а? Понимаешь? Всего один человек голодает на тысячу! Один! Ты вообще представляешь, как долго я ждал очередной голод? Знаешь, как скучно управлять конвейером для пожинания душ? Скучаю по старым добрым, когда можно было самому косой помахать. Дело, говоришь? Раньше было лучше. Дурацкие технологии, которые нам всю малину испортили. Эй, коротыш, давайте там быстрее. Я сейчас тут от голода распухну. Знаешь, таким большим шишкам еду готовить дольше приходится. Слушай, может быть, немного о Люсе поговорим? Типа, в последнее время с ней вообще какая-то тоска смертная. Не понимаю. Ты просто ноешь из-за того, что она тебя отшила. Чего? Да нет. Это же все было сотни лет назад. Я уже и забыл об этом. Все эти королевские зазнайки просто не знают, как расслабляется простой народец. Ты же их знаешь. Люси, хорош тусить всадниками. Ты на них плохо влияешь. Бла-бла-бла. А может, это и хорошо. Но, знаете, можем отдыхать и ничего не делать.